Ну вот, почти приехала. 500 метров над уровнем моря. 510 метров над уровнем моря. Сколько там конечно это будет? Почему-то 539 метров. Так, тетка что-то говорит, а это русский хоррор. Туман стелится над лесом, где-то там прячется Баба-Яга, кикиморы. А этот самый, забыла, как его зовут. Ну, который, короче, лесной лесовик. Хер его знает, блин. Все нафиг от страха вылетело. Оказалось, что я не такая храбрая, как я про себя думала. 539 метров. Это парк Алим-Геледжик, куда я не попала, ну и фиг с ним. И вон она где-то уже конечная.